В Азербайджане и России под угрозой свободы СМИ и оппозиции. Такой вывод нового доклада о состоянии демократии в глобальном масштабе, подготовленный Международным институтом по вопросам демократии и содействия выборам и представленный в Женевской штаб-квартире ООН, передает Центр новостей ООН. Исследователь беспокоит наступление на гражданское общество, оппозицию и угрозы свободы прессы в странах Восточной и Центральной Европы, включая Азербайджан и Россию, говорится в сообщении. Отмечается, что граждане многих стран не готовы пожертвовать демократическими ценностями. Эксперты напоминают о демонстрациях против коррупции, прошедших в Бразилии, Венесуэле, Румынии, США, Южной Корее и Южной Африке. В исследованиях подчеркивается, что большинство стран, вставших на путь демократии, не сошли с него. И ни в одном из государств, устоявшихся демократическими традициями, не произошло возврата к прошлому.